Ну, в общем, это Елисеевский магазин. Это самый крутой магазин Питера. Он продуктовый. Тут мы видим всякие шоколадки, всякие водочки. Вот это чуваки двери открывают. Держит двери. Мама мия. И меня в Елисеевке. Всякие сладости. Я был в Елисеевке. Привет, группа. Сейчас все покажем. Что тут, такие колбаски есть. Такие всякие штуки. Пойдем и корку пойдем. И корку надо, да. Самое крутое — это икорка. Стоит 100 тысяч. Шоколад. Кто в Елисеев был? Живьём. Вот такой вот магазин. Пока. Зайбок.